Это типа обоссался или что? Капец, это детская игра, какой обоссался? Мне хоть одну подсказочку дать, что мне надо делать. Я просто не... Я это самое. Я из деревни немного. Да. Я бы сказал, что я гений, но это не так, к сожалению. А что? Ну. Роллин. Ой. Как? Здорово всем, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий Хан. Мы продолжаем проходить игрушку под названием SpongeBob SquarePants Battle from Bikini Bottom. Или как-то так, Bikini Bottom for Battle. Неважно. Мы остановились с вами на боссе. Вот этом странном боссе, которого так и не разобрались, как побеждать. О, тихо. Как-то побеждать этого босса мы не разобрались. Видимо, будем делать это прямо сейчас. А! Ну а на тебе, как его убить? А-а-а, я понял как. У меня же есть этот, хрень. Как его называют-то? Шар для боулинга. Врубаешь? На тебе, хорош спанч. Спанч лучший. Братан, ты лучший спанч. Спанч, ты просто лучший. Спанч, ты просто лучший, 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 спанч, ты молодец. Спанч, ты просто лучший, спанч, ты просто лучший, спанч, ты молодец. Опа. На тебе, хорош! Хорош! На! Повезло! Повезло! Попал! Пойдем, бегу! Опа! Нахер иди! Давай. Беги, Нью Спанч. Просто бежим и бьем. До тех пор, пока он не... Это самое. Ну, ты понял. Цинь-цинь. Ты прав, Спанч-Боб. Да в смысле? В смысле? Да капец! Это, ребят, это позор. Это стыд-позор. Это стыд, реально, тебе позор. Ну. На тебе! Хорош. Главное, труселей меньше стало, ведь заметил? Труселей реально меньше стало. Давай, беги. Опа, дурака замочил. Второго дурака. Нахер. Хорош, панч! Дурака нахер. Да хорош уже, ну! Тормози! Тормози, говорю. Ты зрика, зараза, не тормози, ты все. Да тормози, говорю. Да хорош. Победа к троллей. Ха-ха, устал, да? Хорош, найс, Спанч-Боб. Найс. Я проверил запись, запись идет, это уже отлично. Это уже, знаешь, как говорится, дело стоит за малым. Главное начать. Остальное как пойдет, как по маслу. А холодное масло это... Не, не так. Замерзшее масло или... Как это говорить, теплое? Это зависит от тебя. Фак. На тебе, дура. Ну! Нахер шел? Как? Капец, я тупой, я не могу одновременно с роботами сражаться с ним, это что за бред? Почему роботов так много, я не успеваю? Боже мой, Спанч Боб, ты что так обосрался-то, ну? Ты просто взял и обосрался. Не снимай штаны. Нахер. Молодец. Давай. Чао, он устанет, смотри. Я тебе говорю, что сейчас он устанет. Да, и еще куда? Да ты издеваешься, ты... Да что за бред? Бред!
Просто бред! Их... Я не понимаю, честно говорю. Что ты паришь, урод? Я не... Просто бред! Бей роботов и бей этого босса! Как? Капец, задание тоже мне. Какой-то олень придумал, задрот. Который проходил Марио. Без единого дамага. Ну? Что? Что сейчас было? Не, это забей. Я задание должен был пройти еще 5 минут назад. Я не понимаю, что происходит. Игра просто отказывается мне помочь пройти. Мне просто игра отказывается помогать. Я не знаю почему. Чем я таким заслужил? Я в белой рубашке сегодня, как бы. Это самое парадное, что сегодня надел на себя. Давай, помогай мне. Или в бирюзовую надо было лучше проходить. Типа в ней имбовия, в ней скилла больше. Иди сюда. Надо подойти и ударить его или что? Мне хоть одну подсказочку дать, что мне надо делать. Я Я из деревни немного. Я уже устал этого босса проходить. Это самый тупой босс в мире. Если бы я знал, что надо было подходить к нему. Вот как я должен догадываться, сам подумай. Вот как я должен догадываться, что первые два удара делаются боулингским шаром, а другие два удара делаются с помощью упора. Вот как я должен был до этого догадаться? Это непонятно. Это игра не подумавши сделала. Беги, 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 давай, давай. Ой, хорошо, они все в одном месте. Найс. Давай, 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 открывай. Опа. Я проволчу. Допустим, ничего не было, допустим. Окей, допустим. Допустим, ничего не было, допустим. Окей. Ладно. Я уже сколько прохожу? Ну, почти 10 минут прохожу. Почти 10 минут. Вот этого босса. Вот. Я не знаю, что они так делают. Я не знаю, что они так делают. Не. Без понятий. Вы что не так делаете? Хрен знает. Свежий, как весенний ветерок. Говорит Спанч Боб. Свежие трусы, свежие. Труселям был Спанч Боб. Трусики у Спанч Боба свежие, понимаешь? Труселечки. Труселечки у Спанч Боба. У Спанчика нашего. У парниши. У Спанч Боба свежие трусишки. Молодец, Спанч Боб. Всегда ходит в свежем, в чистом. Замочу, и имена перепишу, как говорил Эллиот из Лесной Братвы. Или не... А, сезон охоты, чё базарю-то из сезона охоты? Это разные же мультики. Опа. Давай! Ну! Да, слава тебе, Господи, а. Думал, никогда не закончишь. Забагалось или что не забагалось? Нет, нет, только не снова! Это нечестно! Неужели такого бессмысленный конец креветки? Да, чувак, а теперь в магазин. Креветка снова в тюрьме, благодаря тебе, Фрэнки! Меня зовут Губка Боб. Я кое-что нашел в ящике с носками, рядом с горой розовых носков. Это еще одна золотая лопатка. Надо. Спасибо, морской супермен! Я буду стремиться всю жизнь руководствоваться твоим безупречным примером. Твоей справедливостью. Ты еще здесь? А что такого? Спанч Боб ваш фанат. Его нужно уважать. Его нужно уважать, это Спанч Боб. Так. Так. Проверяем. Да, все лопатки есть. Все, есть. Носочек мы, возможно, просрали. А и хрен с ним. А нафига сюда иду? Наверное, можно было план выйти, ну и ладно. Такс. Дальше у нас что? Проще нам телепортироваться, наверное? А, не, не проще. Или проще, подожди. Это к ламе ведет. Туннель. Безопасности, ну пошли сюда. Мне надо выход найти.
Это явно не сюда. Выход явно не здесь находится, ребята. Но, блин, а как где мне найти выход? Я не помню, как я сюда попал. Я реально не помню, как я сюда попал. Наугад, что ли, двигаться? А, вон коробка есть, лол. Че ты плюнул? Вон коробка же есть. А коробка всегда отводит тебя в начало-в конец уровня. Привет, Квиддер. Губка Боб, как мне сюда выбраться? Выбраться. В зависимости от того, какой выход тебе нужен, с ловушками или без. Без ловушек, пожалуйста. Тогда иди в ту сторону. Или может быть другое? Правильно, Спанч Боб. Просто затроллил. Бедолагу. Затроллил своего кореша. Так, слушай, мне Патрик нужен. Тут же эти штуки какие-то есть интересные. А где это самое? Автобусная, как ее называется, остановка. Там есть снизу, как думаешь? Да, вон, вижу. Блин, Санни Чикс бы вообще сейчас была бы, кстати. С помощью вертолета сюда. Тррррр. Прилететь и готово. Пойдем, Патрик, пойдем. Игра сохранилась, это не может не радовать. Не понял. Не понял. Ну-ка, давай так тогда пройдем. Подожди, просто я хз. А где Сквидвард стоит? А, Сквидвард, он там стоит. Понял, принял. А как ему попасть? А как не играть за Сквидварда и за Патрика одновременно, слышь? Мне же надо вон туда, получается. Есть идея. У меня есть идея, смотри. Проверяй. Проверяй, показывай один раз. Так. Мне надо включить Спанч Боба. Надо включить Спанч Боба. Раз. Делаю так вот. Ага. Он торопится. Время в обрез. А давайте я обрежу, кстати, сейчас. Сейчас я все обрежу. Покажи. Подожди. Показываю. Это же не трудно. Надо было просто за губку. В смысле. За губку отправиться вот туда, наверх. Сесть в коробку. Поворачиваем эту хрень. Двигаемся сюда. Опа. Теперь переключаемся за Патрика. Патрик. Спасибо, Патрик. Идем обратно. Опа. Пытаемся попасть вот на эту дорожку. Попадаем на эту дорожку. Да. Я бы сказал, что я гений, но это не так, к сожалению. А там не туда такой херни, типа телепорты там и прочего. Я не знаю, в чем дело и почему так все произошло, но хрен с ним. Удачи пока на моей стороне, мне это радует. Ага. На. Я даже не знаю, что отвечать. Но знаешь, это все звучит как какое-то унижение в мою сторону. Просто реально унижение. Неуважение ко мне, там еще что-нибудь. Просто вполне еще унижение. Меня как будто сейчас только что раком поставили. Я не знаю, что говорить. Я не знаю, что говорить. Это очень, очень обидно. Очень прискорбно. То, что сейчас все происходит. А где... О, на тебе. Спасибо. Спасибо. Спасибо, 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 спасибо. Давай-давай-давай, очки. Мне нужны очки, спасибо. Очки мне понадобятся, я, кстати, по-моему, я окупился. Ну, то, что все очки, которые я потратил в этом, на уровне прошлом, с лабиринтами, с этими всякими штуками, я окупился вроде бы как. О, здорово, Спанч Боб, я не знал, что ты выйдешь, я вроде бы... Давай я тебя научу пузырчатому боулингу. Нажми на ПКМ и брось пузыри, которые можешь бивать с ног роботов на безопасном расстоянии. Вот это да, Бабл Бадди! Главное не забывай, выдувание пузырей работает только на предметы, которые находятся у поверхности дна. Понял! Got it! Левая штука! Бу-бу-бу. Ого! Боула-рама! Ну, как бы я вот здесь вот и должен был тому всему научиться, да? Судя по всему. А то, что делал до этого, это была хрень какая-то собачья. И чё? Ага. О, мать, золотые труселя! Ты теперь, получается, должен увидеть, да, эти труселя золотые? Я же правильно понимаю, ты сейчас должен увидеть пузырь с труселями, который торчит у меня. И чё?
Я понял. Найс! И золотая лопатка еще. Просто двойной бонус, понимаешь? Двойной бонус. Х2. Я собрал с этой. С трамплина Х2 возможностей. Опа. И сюда. Опа. И носок Патрика. Вот это зашибись. Патрик будет рад, наверное. Такс. Дальше мы собрали здесь все. Так, туда мы пойдем попозже немного. Мистер Крабс, здрасте. Ну что, хочешь обменять 3000 блестяшек на золотую лопатку? Да. По рукам. Возвращайся, как будешь готов что-нибудь прикупить. Я, однако, я же поменялся. Ну. А, Спейс. Только посмотрите, какое качество. Приходи еще. Ура! А что, получается, я могу так купить все лопатки, да? Ну, однажды же они должны у него закончиться, правильно? Хочешь купить золотую лопатку, да? Капец, просто ходячий фарм. Фарм лопаток. Ну, 4000 я оставлю пока, на всякий случай, потому что нужно будет там устриц покупать, нужно будет еще чем покупать, согласись? Поэтому вот такие вот монетки, блестящие штучки, они понадобятся вам. Окей, оставим все как есть. Это не работает, пасхалки тут никакой нету, к сожалению. Ю. Ну что ж, получается, друзья, у нас есть 30 золотых лопаток. Это означает, что мы сейчас идем вот в это здание, господа. Вот. Полицейский участок. Не забываем, нужно каждое здание лутать, перед тем, как идти в какую-то локацию, понимаешь? Нужно лутать в каждое здание. Здравствуйте, копы. Здравствуйте, офицеры. Здравствуйте, копы. Есть что полезного? Навряд ли, да? Все-таки полицейский участок, тут что-то может быть полезного, согласись? Здорово, ребёха. Нате по жопе. Нате по жопе, говорю. Опа, 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 опа. Все сломал, все разбил, я красавчик. Бикини-ботом самые разыскиваемые. Изящная электрическая атака. А, просто подробности про них написано. Типа, те, кого я разблокировал. Ты что такое? Танка, лошадь, вертолет? То есть, самое жесткое. Планктон. Планктон, здорово. Ладно, все, бросай. Прикольно. Ну-ка. Это прибор для просмотра роботов. Наступите на него, на металлическую пластину его, перед прибором, чтобы его включить. Вы можете использовать прибор, чтобы ознакомиться с личными делами захваченных роботов. Но я бы, конечно, с удовольствием прочитал. Я думаю, если тебе интересно, ты нажмешь на паузу. Я там вроде всех роботов прогнал. Вот. Нажмешь на паузу и прочитаешь про каждого. Может быть, конечно, я что-то пропустил, там бонусы какие-то, спецспособности, там эффекты интересные, но... Ничего страшного в этом нету. Погнали. Такси. Такси, новый уровень хочу. Хочу новый уровень, хочу новый уровень. Сейчас будет видос, смотри, сейчас будет интро. Внимание, интро. Добро пожаловать в темные глубины Рок-бота, где может искать странных существ и сувенирные футболки. А не помню такого что-то. А была, смотри, убит такая серия. Не помню, что вообще. Замочи его! Это типа обоссался или что? Капец, это детская игра, какой обоссался? Жесть. Спанч Боб, веришь или нет, я рада, что ты здесь. Я тоже рад, что вы здесь, миссис Пав. Роботы похитили из музея бесценные произведения искусства. Если сможешь их вернуть мне, я дам тебе золотую лопатку. Зачем вам столько произведений искусства? Не спрашивай, если не готов услышать ответ. Миссис Пав, считайте, что произведения искусства спасены. Она сначала просорвала все лодочные рули, теперь просорвала все картины. Миссис Пав, что с вами не так? Почему вы вечно что-то просираете? Капец. Вроде тупой губка, а просирать все она. Это робот Засоня. Губка должен осторожно прократься мимо него, чтобы он не проснулся. Для того, чтобы краса слегка передвигать и... Ага, окей. Ну-ка. А, это про него. Ладно. Ух ты, это типа радиус какой-то, который видит. Будильник его. Но мне это пока что не интересно. Не понял я, что это такое, ну и хрен с ним, да? Ну типа не понял и не понял. Беда. Здорово, бедуска. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Я, конечно, пройду мимо, мне не страшно. Забери цветочки все, пожалуйста. Эй, а этот... Спасибо. Так, надо внимательно смотреть все углы, все закоулки, все переулки, каждую мелочь надо смотреть внимательно. А его можно замочить как-нибудь, нет? Да.
Тоже мне защитник, стражник, робот. Какая-то херня. И только. Спасибо. Спасибо, 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 да не стоило, спасибо, 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 спасибо. О, картина. Нихера себе, чуть не просрал. Забирай. Одна из шести, одна из шести. То есть получается левел большой, а картин-то мало. И мне все шесть штук нужно было найти. Платформы рухнут, если губка боб очень неосторожно не... Ага. То есть нужно идти максимально медленно, да? Ну давай. Ой, успел! Спанч Боб, ты такой молодец. Я держу шип. Я шип держу, не смейся, пожалуйста. Ладно, хрен с ним. На тебе, друзья. Нет! Спасибо, рука. Ты меня всегда спасаешь. Да ладно. А что ты далеко-то? Да, ругайся, ругайся. Ты еще поматерись мне здесь. Меня вообще-то дети смотрят. Опа, 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 опа. Давай. Забирай. Найс. И чё? Ну и чё, и чё, и чё, и чё, и чё, и чё? Крутые, что ли, самые, да? Вы самые крутые, говорят, пацаны? Опа. Ой, сломалась. Да, Бабл Бадди, для пузыря ты весьма ловок. Губка Боб, роботы грабят музей рок-ботом, но они разрушили ведущую туда дорогу. Тебе придется прокрасться мозгами, а проскинуть мозгами и найти другой способ туда попасть. Что если я оближу все эти марки и отправлю тебе себя почтой? Не исключено, но возможно, незаметно проникновение будет быстрее. В смысле, типа, ты сейчас тупо обосрал почту, да? Свое местное отделение почты. Смешно ты, Бабл Бадди? Просто смешнющий. Самый смешной мыльный пузырь на свете. Это Бабл Бадди. Ой! Чекпоинт радует. На тебе. На! Сзади. О, о, бомба! Бомба, это было неожиданно, ребят. Это было супер не... тихо! Нахер шел? Так, вот эта штука. Это очень полезная штука, наверное. Ты что, дурак, что ли? Забирай. Кто стреляет? Ай, забей. Кто-то еще дуралей. Чувак думает, что он тут самый крутой. Тут найдутся и круче. Сэнди! Я буду играть Сэнди, ребята. Сэнди это мой любимый персонаж, если вдруг не знаешь. Сэнди это реально просто самый имба-класс. Куда дают способности, особенно вертолет. С помощью веревки это, конечно. О, я так люблю эту способность. Просто обожаю. Это моя любимая способность в этой игре. И чё? Да как? И чё, и ржет. Успокойся, малой. Не смейся. Если он смеется, не значит, что ты должен смеяться. Ясно? Ясно, спрашиваю. На тебе. До свидания. Опа. Тихо. Бомбу нахер. И ты тоже отсюда отвали. Опа. О, по жопе дали. Спанч Боба дали по жопе, прикинь. Ты куда? Надеюсь, так и должно было быть. Ну, типа, знаешь, это не одна и та же штука летает, а это разные. Блин, первый раз вижу такую локацию. Ни в одной серии Спанч Боба тупо не припоминаю. Отвали, отвали. Спанч Бобик, ты мой Спанч Бобик. Спанч Бобик, ты мой Спанч Бобик. Забирай трусы. Спринг Рейс! Я так понимаю, мы здесь все собрали, но стрелочка указывает мне на поворот сюда. Почему? Это же обратная дорога получается, да? Да. А нафига? И нафига идти назад, если мне надо идти вперед, правильно? Я что, дурак по-вашему? Или ты типа специально меня обманывают? Унижают, я так скажу, прикинь? Меня просто игра унижает. Прям заставляет чувствовать себя каким-то позорником, что ли? Опа. Time for a little sleepy snake. Да. Sleepy snake там, бла-бла-бла. Хорош! Губка! Губка просто в соло тащит эту игру, смотри, проверяй. Мой косяк, согласен. Это чисто мой косяк, ребят, я никого не виню. Это мой косяк, я дурак, я обосрался, я сделал херню какую-то. Из этого я получаю монетки. Блестяшки, скажем так. Пойдем. Ой! Как думаешь, стоит прыгать вниз? Вот ты бы прыгнул вниз, если бы не сказали прыгай.
Блин, страшно, зараза. Ну, прыгну я, насрать. Хорош. Хорош, губка. Куда я не пойду, не хочу. А вот сюда я пойду, я хочу сломать эту штуку, потому что она меня напрягает. Так учитывая, что она спавнит тут злодеев. О, искрометно! Ты только что повстречал губконатора. Ууу, губконатор, обожаю его. Обожаю губконатора и его носки. Ну туда должна прилететь Сэнди Чикс, по-любому. Ну типа, знаешь, прыгает и... На вертолетике на своем. Вот этом вот. Который у нее из головы торчит. Ладно. Это все мелочи. Прыгай. Аккуратно. Контрольная точка, спасибо! Я рад, что именно ты мне попалась, а не кто-то другой. Да нет! Петушара вертолетная, петушара, петушара вертолетная, вертолетная. На. На! Пока. Увидимся с тобой в следующем раунде, как говорится. Опа. Опа. О-о-о. Да иди отсюда. И ты иди отсюда. А почему так долго пропадаешь, слышь? Это очень долго было. И чё? Давай, давай, давай. В смысле? Ты чё, дурак? Пока. Чего себе дурачило. Прикинь, главное, так, такие подставы жесткие. Ой, а я не мог их собрать, слышь? Спасибо, что возвращаешься. Просто я не мог это не собрать. Как бы, понимаете, да? Типа там носки, я очень редко собираю носки. Я очень часто их оставляю на левеле. Я на каждом уровне, наверное, ставил по 2-3 носка. Возможно, в конце игры, если я не забуду, я вернусь за ними. Если не забуду, конечно, это главное условие. Не забыть. Здрасте! А нафига сюда вернулся? А, это другой, или... Подожди. Это не другой уровень. Просто интересно, что тут забыл. Нафига сюда пришел еще раз? Пока не понимаю. Надо посмотреть, подумать. Может, я что-то не включил где-то? Может быть, я что-то просрал? Может быть, надо туда наверх как-то попасть, но я не попал? А почему я эту локацию не видел, слышь? Почему я не видел? Или я видел... наверное, проигнорировал, да? А может быть, не проигнорировал, может, я как-то... Не заметил, скажем так. Не знаю. Но по-любому была причина, по которой я проигнорировал эту локацию. Так, ну... Я все открыл, получается. Опа, опа, опа. Роллин, роллин, роллин. I'm a роллин, 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 роллин. Эй, роллин, роллин, роллин. Опа. Спанч, молодец. Спанч, красавец. Берем губку. Поехали. Роллин, 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 роллин. Роллин, 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 роллин. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Опа, залезай, спанч. Спанч, спанч, молодец, спанч. Спанч, лучший. Так, кетчуп расслили, это ладно, не страшно. Это паркурная зона, я понимаю. А это что такое? А, это типа, чтобы пушку, да, сломал? Ну окей, без Б. Victory. Пахнет как победа. Кошка, прекрати. Карандаш меня ворует. Да... Мне надо с почему бы играть, не с кошкой. Хотя это одно и то же, наверное. Опа, опа. В смысле? За труханами-то надо приглядывать. Сэнди Чикс! Время осталось 5 минут до конца съемки. Я в это время беру Сэнди Чикс. Это будут самые лучшие 5 минут этого выпуска, потому что я играю именно Сэнди Чикс. Сэнди, полетели. Опа, раз! Карате! Карате! Дальше. Чем больше, тем что-то там больше, больше. Чем больше, тем больше, как говорится. Ой, великие цитаты. Сэнди Чикс. Чем больше, тем больше. Первый, первый. Могу приземлиться. Ну, быдло. Опа, 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 опа. Обосрался. Обосрался. Найс. Это не я, это они обосрались. Я в этом плане. Сейчас никуда. Ага. Сэнди Чикс, обосрались. А можно слиться? Рука, спасибо. Так мне это что за рука такая, а? Это что за рука такая волшебная? Она меня всегда выручает, прям всегда. Вот берет и выручает.
Если бы не было этой руки, я бы не знал, что бы я делал всю свою оставшуюся жизнь. Я бы не знал, чем я занимался, если бы это не эта рука. До свидания. Ты базаришь, нет? Падла. Ага. До свидания. Идиот. Стоит, стреляет что-то по мне. Типа крутой, типа все может. Отсюда куда? А, вон, надо картину, да, наверное, украсть? Или на другую локацию людей? Ага. А, вот с это время крутилась эта штука, я мог телепортироваться. Понял, принял. А там и носок будет, смотри-ка. Возвращаемся тогда. Тогда мы возвращаемся, ребята. Вот так вот падаем. Вот так вот делаем такой вот движ. Думал, не успею. Падай! То есть пока. Пока, мистер Чимо. Мистер Чимо, пока вы проиграли. На ту сторону за труселями как-то возвращаться неохота и нет желания. Поэтому я лучше полечу за труселями. Вот так. Потом спущусь чуть ниже. Опа. Патрик Сакс. Патрик Сакс. Маски Патрика. Ты дура, нет, Сэнди? По-моему, да. А ты как думаешь? Пиши в комменты, дура ли Сэнди или нет. Опа. О, здрасте. А это что? Господа, а что дает мне эта кнопка? Это что, вот эта штука, что ли? Да ладно. Промолчу. Я лучше, знаешь... Я лучше, бывает, помолчу в некоторых моментах, чем постоянно о них говорить, о неудачах своих. Зачем? Зачем так много болтать? Зачем лишняя болтовня? Нужно иногда помолчать, как говорится. Да, я понимаю, ребят. Я понимаю, лучше иногда начинать отсюда, чем оттуда. Откуда мне предлагали раньше начинать. И все. И лопатки. 31-я штука у меня. Так, на таймере время очень мало, к сожалению. Я, наверное, успею дойти до конца уровня и на нем закончится, соответственно. Соответственно. Так, а можешь, пожалуйста, назад вернуться? Спасибо, я буду очень рад. Спасибо, дорогой. Я знал, что ты сможешь меня доставить до туда, до куда я хочу. Опа. Нахер. Ага. Это Сэнди Чикс. Если вы забыли, ребят, это Сэнди Чикс. Сэнди Белка. Мало, наверное, кто из вас знает ее. Ну, вот, собственно. Приятно познакомиться. Это Сэнди Чикс. Да на тебе, дура. Я когда-то мог случайно ее назвать имбой. Поверьте, ребят, это было по пьяни. Я был не в своем уме, когда такое говорил. Ну что это? Что это такое? Ну что она сейчас делает? Ты мне скажи. Что она делает? Зачем она это делает? Что она делает? Зачем делает? Я без понятий. Опа. А что я могу получать с планктона брать? Ой, какой планктон? Обратно с панча брать? Я возьму, мне не трудно. У меня не проблема взять с панча. С панча это хороший человек. Какой человек? С панча это хорошая губка. 32-я лопатка. Вот и все. Вот на такой потрясающей, счастливой, доброй ноте мы с вами заканчиваем. Я надеюсь, у нас все будет хорошо дальше. Музей. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ой, смотри как, просто смотри как жестко. Блин. А может на прививку такое забахать? Я тогда вебку сейчас отключу свою после этого всего. Ставь лайк, подписывайся на канал. Рассказывай обо мне своим друзьям. Переходи по ссылкам в описании, подписывайся там везде, ставь лайки. Там очень круто. Все, тебе хорошего, пока.